Тем временем в Алматы запустили сбор гуманитарной помощи для отправки в Турцию. Все необходимое можно принести в здание посольства братской страны до 18:00. Между тем, жители Североказахстанской области собрали почти полтонны гумпомощи для пострадавших в зоне бедствия. Горожане и жители ближайших районов приносят в пункт сбора пакеты с одеждой, средства личной гигиены и другие вещи первой необходимости. Собрали, точнее, уже около 300-400 килограмм теплых вещей. Что в состав входит? Одежда теплая, куртки, колготки, гамажи, носки теплые, штаны, одеяло, подушки. Отправлять мы планируем завтра, если все еще люди будут идти, то послезавтра отправим.